Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз тоже связана с японскими карандашами компании Uni, или иначе Mitsubishi подразделение, которое здесь представлено, а именно подразделение Uni, которое производит карандаши. Мы уже рассмотрели два варианта. Первый вариант — это карандаши с новым способом написания и черчения. Это Куратога с вращающимся грифелем на 360 градусов. При этом угол при каждом нажатии 9 градусов. Полный оборот проходит за 40 раз, то есть чтобы у нас получилось 360, если поделить на 9, как раз получается 40 раз. Так вот, существуют данные карандаши, как я говорил, рулетка — это для более взрослого населения, студентов и тому подобное, а вот предыдущий карандаш, стандарт, это для начальной школы, ну и детского сада, для того, чтобы приучить к нормальному письму. Так вот, сейчас здесь представлен новый тип карандашей, наверняка тип новый, тот же самый механизм поворота грифеля, но единственное отличие от предыдущих вариантов в том, что здесь идет поворот не на 9 градусов, а в 2 раза больше, на 18. Причем в предыдущих вариантах стандарт можно найти 0,3 миллиметра толщину грифеля, и в основном используется 0,5 как универсальный грифель для того, чтобы пользоваться им в различных целях, как при письме, так и для рисования. При письме особенно хорошо подходит, если это у вас пишутся иероглифы, то в этом случае здесь уже движение осуществляется в 2 раза быстрее, на 18 градусов, и количество оборотов сокращается с 40 до 20, если 18, 360 поделить на 18. Кстати, эти карандаши предназначены для уже средней школы старших классов и для студентов, ну, либо инженерных работников. Потому что сами карандаши, во-первых, толщина грифеля идет уже 0,3, 0,5 и 0,7. Для того, чтобы выбрать и определиться, а также применять различные типы линий. Плюс он еще имеет металлические части. Сами понимаете, для детей делается все в виде пластмассы, чтобы быстро сломался, не повредив жизненно важные органы, соответственно, ребенка. Ну а уже взрослое население уже понимает, что карандаши — это не игрушка. Итак, давайте посмотрим, что нам пришло. Пришло, как обычно, в сером пакете. Здесь консолидация посылок, пришло все в одном пакетике серым. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Давайте вскроем, посмотрим, что находится внутри. Внутри посылки находился данный пакет. И внутри находятся вот такие вот карандаши. Здесь два типа, 0,5 и 0,3 миллиметра. Давайте ближе рассмотрим 0,3. То есть вот такой вот блистер стандартный. Причем, если предыдущий стандарт сделан был в Китае, то здесь изготовление идет уже из Японии. И заодно тоже сейчас проверим по этому штрих-коду, как определяется, соответствует ли этот штрих-код тому изделию, которое здесь представлено. Ну, судя по всему, все оригинальное изделие. Здесь вот демонстрируются возможности этого карандаша, что в 2 раза быстрее скорость идет. И толщина 0,3 мм. Существует различные исполнения по цветовой гамме. Вот здесь вот представлен темно-синий и красный. Но в данном случае 0,5 мм и тоже изготовлен в Японии. Но продается все на Али. Давайте вскроем один, посмотрим, что из себя вставляет данный карандашик. Да, и еще одна отличительная особенность данных карандашей — это в том, что помимо того, что здесь удвоенная скорость вращения грифеля, плюс тут еще и утапливается носик по степени уменьшения грифеля, тем самым вы в меньшей степени будете нажимать на кнопку для того, чтобы удлинить исписанный грифель. Здесь металлический колпачок, внутри находится стандартная резинка, которая отдельно продается. Это из металла выполнено, это тоже из металла выполнено, зацеп. И давайте посмотрим. Вот вышел грифель, и вот видим, что у нас носик утапливается. Так, и давайте посмотрим на механизм, как он движется. Видите, он в 2 раза быстрее осуществляет движение при каждом нажатии. Так, вот такой вот карандашик.
Итак, я вам продемонстрировал новый тип карандашей фирмы Mitsubishi, а конкретно подразделение UDI, который называется Advan. Отличительная особенность от предыдущих карандашей в том, что здесь движение по окружности осуществляется в два раза быстрее, и носик утапливается. Тем самым вы дольше пишете без нажатия кнопки для того, чтобы выдвинуть очередную порцию грифеля. Все делают свой осознанный выбор о необходимости данного карандаша. Я свой осознанный выбор сделал и предоставил вашему вниманию информацию об этом карандаше. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.